Новости. Баку продолжает отклонять предложения сопредседателя Минской группы, направленные на урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян, комментируя по просьбе агентства Арменпресс заявление МИД Азербайджана по карабахскому вопросу. Ответ Тиграна Балаяна приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении. Упомянутое вами заявление, очевидно, направлено на то, чтобы отвлечь внимание от агрессии Азербайджана, развязанной против Нагорного Карабаха 2 года назад, которая сопровождалась грубейшими нарушениями международного гуманитарного права, убийством ребенка в школьном дворе, обезглавливаниями в стиле Даиш, глумлением над телами погибших, пытками и убийством пожилых людей в их доме. Азербайджан несет ответственность не только за совершение этих ужасных преступлений, но и за массовые погромы армян в Сумгаите, Баку, Кировабаде, Мараге и других местах. Баку пытается избежать этого посредством лжи и фальсификаций, ставшими обычным делом, заявил пресс-секретарь МИД Армении. По его словам, очевидно, что нынешняя ситуация в зоне Нагорно-Карабахского конфликта является следствием политики агрессии и этнической чистки, которую Азербайджан проводит в течение 30 лет против народа Арцаха, пытаясь путем угрозы силы и ее применения подавить неотъемлемые права, закрепленные международным правом, на самоопределение и жить и творить свободно. Баку продолжает отклонять предложения сопредседателя Минской группы, направленные на урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта, также воздерживаясь от реализации мер по укреплению доверия, а именно соглашений, достигнутых на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве, постоянно нарушая свои обязательства, взятые трехсторонними бессрочными соглашениями о прекращении огня и военных действий, подписанных Нагорным Карабахом, Азербайджаном и Арменией в 1994-1995 годах. Ярким примером этого стала новая агрессия Азербайджана, развязанная против Арцаха в этот же день 2 года назад, отметил Тигран Балаян.